трудный путь познания прошел на своей планете человек. Он всегда стремился проникнуть туда, где еще не был, узнать то, что еще не знал. Несмотря на смертельную опасность, отправлялся он в далекие плавания, штурмовал полюса, поднимался за облака, опускался в морскую пучину, преодолевая бесчисленные трудности, находил он пути к самым сокровенным тайникам природы, проник в недра живой клетки и атома. Он стремится разгадать тайны Вселенной, осознать самого себя. Но ни разу еще не отрывался человек от своей планеты. И вот наступило время, когда он сделал первый шаг за порог своего дома. Это понятно. Человек вырос. Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Посвящая наш фильм выходу человека в космос, мы начинаем его с рассказа об этом великом и скромном ученом. Конец прошлого века. Глухая российская провинция, богомольный купеческий город Калуга. В начальной школе работает учителем Константин Эдуардович Циолковский. Тяжелая болезнь, перенесенная в детстве, сделала его почти глухим на всю жизнь. Общение с людьми затруднилось. Пришлось самоучкой пройти курс гимназии, потом университета. Но больше, чем глухота, отдаляла Циолковского от окружающей среды различия интересов. Его не понимали, считали чудаком. В провинции, оторванной от научных центров, недоставало книг, журналов, образованных людей. До всего нужно было доходить самому. А жажда деятельности была огромная. Хотелось улучшить жизнь людей. И в голове скромного учителя возникали поразительные по своей смелости замыслы. Оторваться от Земли, полететь в космос, использовать энергию Солнца. Только в ребятах Циолковский находил слушателей, жадных до всего необычного, интересного, нового. А что, ребята, можно на воздушном шаре слетать на Луну, а? На шаре? Конечно, нельзя. Почему? Потому что воздушный шар плавает в воздухе. А воздух только здесь, около Земли. А там дальше воздуха нет, там пустота. Правильно. Но это только первая причина. А есть еще одна. Какая же? Смотри. Я бросаю камень вверх, а он возвращается обратно. Почему это? Почему? Земля притягивает к себе и камни, и воду. И нас с вами держит около себя, как пленников. По земле двигайся сколько хочешь. А от земли ни шагу. Ты оттолкнешься, а земля тебя оттуда, из пустоты, вернет обратно. Не лети на Луну. И никак не вырваться. Перебороть тяжесть можно. Перебороть тяжесть поможет скорость. Надо улетать с Земли быстрее, чем она успевает тебя притянуть. Эту скорость подсчитал еще Ньютон. За секунду Земля притягивает себе камень на 5 метров. Земля — шар. На 5 метров ее поверхность уходит от плоскости на расстоянии 8 километров. Если эти 8 километров камень пролетит за секунду, то он опустится настолько же, насколько ушла от плоскости поверхность Земли. Брошенный с такой скоростью камень будет лететь, не приближаясь к Земле и не удаляясь от нее. Будет кружиться вокруг Земли.
Это так называемая круговая скорость. Если бросить камень с еще большей скоростью, он начнет двигаться по эллипсу. И, наконец, при освобождающей скорости 11 километров в секунду камень навсегда покинет Землю. Какие огромные скорости! 10 раз больше скорости артиллерийского снаряда. Жюль Верн знал эти цифры. Он поместил героев своего романа в снаряд и выстрелил их из огромной пушки, отлитой прямо в земле. Чудесная фантазия. Но никакая пушка, стреляющая порохом, не может сообщить снаряду космической скорости. Да и люди в снаряде погибли бы при выстреле от резкого толчка. Снаряд не годится. Нужен корабль, который мог бы набирать скорость постепенно и двигаться куда мы захотим, там, в пустоте. Но в пустоте не от чего отталкиваться. Там нет ни земли, ни воды, ни воздуха. А хочешь, я тебе покажу, от чего можно оттолкнуться в пустоте? Надо ту опору, от которой ты хочешь оттолкнуться, взять с собой туда, в пустоту. Я не понимаю. Оттолкнуться можно от любого предмета, от любого вещества, имеющего вес, массу. Вот мы сейчас неподвижны. Теперь смотри. Я отталкиваюсь от весла. Ать! От другого. Что вы делаете? От якоря! От скамейки! От ведра! От зонта! Господин Эдуардович! Ну, мы едем или нет? Едем! Еще как едем! Ну вот. Что и требовалось доказать. В пустоте можно двигаться только так, отбрасывая назад часть своей массы. Это отдача, реакция, третий закон Ньютона. Действие равно противодействию. Ты вспомни, как откатывается при выстреле пушка. Пушка. Может быть, лететь на Луну верхом на пушке? Если представить себе пушку, висящую в пустоте, то после выстрела она и там двинется в обратную сторону. Если выстрелить еще раз, она полетит быстрее. Так, стреляя раз за разом, можно разогнать пушку до огромной скорости. Решение вопроса где-то совсем рядом. Ракета! Ракета, известная сотни лет! Вместо снарядов она выбрасывает газовую струю. Газы отталкиваются от ракеты, ракета от газов, и они летят в разные стороны. Газы назад, а ракета вперед! Воздух, как опора, ракете не нужен. Он только мешает полету. Но сможет ли ракета развить космические скорости? Надо рассчитать, вывести закон ее движения. Формула движения ракеты. Ракета может увеличивать скорость беспредельно. Все зависит от запаса топлива. То, что вчера еще было фантазией, сегодня становится на прочный фундамент математического расчета. Ракета – подлинный корабль Вселенной.
Это будет большая ракета. Порох не годится. Надо брать более эффективное топливо. Например, бензин с жидким кислородом. Жидкое топливо вообще удобнее. Его можно подавать в камеру сгорания насосами. В передней части ракеты разместится кабина для пассажиров. Для охлаждения обшивки стенки можно сделать двойными и пропускать по ним жидкий кислород перед сгоранием. В струе газов надо поставить рули из тугоплавкого материала, корабль станет управляемым. Управление необходимо сделать автоматическим. Несколько лет Циолковский работал над своим трудом, положившим начало новой науке астронавтики. Он был опубликован в 1903 году под названием «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Какие замечательные перспективы открывает перед людьми выход в мировое пространство, поселение в космосе, жизнь без тяжести, посещение планет. Эти мечты были так безнадежно далеки от жизни. Беспочвенный фантазер, сумасшедший мечтатель, кому нужны твои реактивные приборы? Что ты хочешь? Чтобы тебя услышал Петербург? Но ведь официальная наука царской России повернулась спиной к русскому гению. Она подобострастно склонилась перед Европой. Циолковский писал тогда: «Основной мотив моей жизни — сделать что-нибудь полезное для людей. Не прожить даром жизни, продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может быть, в отдаленном будущем, дадут обществу горы хлеба и бездну могущества». Циолковский продолжал работать упорно, настойчиво. Ведь полет в космос возможен пока только теоретически. Сделан целый ряд допущений. Самое лучшее топливо, предельно прочные и легкие материалы, очень высокие температуры сгорания. А когда еще техника дойдет до этого? Основная трудность состоит в том, что космической ракете нужно очень много топлива. Ракета, имевшая меньше топлива, уже израсходовала его. Вторая продолжает набирать скорость. Но вот кончилось топливо и у нее. А космическая скорость еще не достигнута. Как быть? На склоне лет Циолковский решает, наконец, и эту задачу. Он составляет из ракет поезд. Делает ракету составной. Сначала должна работать первая ракета.
Когда топливо иссякнет, ракета отделится, избавив поезд от лишней тяжести, и возвратится на Землю. Вторая будет продолжать увеличивать скорость. Последняя. У нее будут полные баки, а скорость уже свыше 4 километров в секунду. Еще немного, и космическая скорость будет достигнута. Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. В 29-м году профессор Оберт из Германии писал Циолковскому: «Вы зажгли огонь, и мы не дадим ему погаснуть, но приложим все усилия, чтобы исполнилась величайшая мечта человечества». Десятки, сотни, а потом тысячи энтузиастов начали практические работы по ракетной технике. С помощью динамометра измеряли силу тяги пороховых ракет. Затем пытались приспособить пороховые ракеты для движения по Земле. Ракетные сани немецкого летчика и астронома Валье развили скорость с пассажиром до 100 км в час. А без пассажира 400. Это было эффектно, но для наземного транспорта применение ракет оказалось невыгодным. Начался штурм высот. Он напоминал войну. Гремели взрывы и гибли люди. При испытании жидкостного реактивного двигателя погиб энтузиаст межпланетных сообщений Макс Валье. В своей лаборатории погиб немецкий инженер Рейнгольд Тиллинг. Но цель была слишком грандиозна, слишком заманчива. Новые энтузиасты строили новые ракеты. В 1929 году впервые в мире поднялась к небу ракета американского профессора Годдарда. А в 1933 году испытывалась первая ракета в нашей стране. Ракета, созданная ГИРДом, группой изучения реактивного движения. Участники первого старта волновались. Взлетит ли ракета? Хватит ли у нее сил оторваться от Земли? Но вот ракета заправлена бензином и жидким кислородом. Все отошли, но недалеко. Хотелось лучше видеть. Медленно нарастает давление кислорода. А вот, наконец, 13 атмосфер. Можно открывать вентиль. Контакт. Появилось пламя. Ракета ревела, но не шевелилась. Взлетит или нет? Хотелось подбежать и помочь ракете оторваться. Но это не понадобилось. Дальнейшая судьба ракеты зависела от решения многих проблем. Надо было искать лучшие ракетные топлива и одновременно жаропрочные материалы для двигателя. Надо было искать легкие, но прочные материалы для самой ракеты. Надо было снабдить ракету приборами автоматического управления. Надо было облегчить конструкцию, чтобы увеличить запас топлива. Достижения многих наук и многих отраслей техники помогли создать современную ракету. В головной ее части расположены приборы. Основной объем занимают топливные баки. В хвостовой части стоит ракетный двигатель.
Турбина вращает топливные насосы. Они непрерывно подают горючее и окислитель в камеру сгорания. Продукты сгорания с огромной скоростью вылетают через сопло. В струе газов поставлены рули. Современные виды ракетного топлива не позволяют одиночной ракете подняться выше, чем на 250 километров. Начала осуществляться идея Циолковского о составных ракетах. Двухступенчатая ракета, развив скорость до 3 км в секунду, поднялась на 400 км. Многоступенчатая ракета поднимается на 1000-километровую высоту. Она способна преодолеть расстояние между любыми точками земного шара и даже развить круговую скорость, стать спутником Земли. Новое небесное тело, созданное руками советских людей, появилась в небе 4 октября 1957 года. Радиосигналы маленькой Луны оповестили мир о начале новой эры, эры межпланетных путешествий. За 1.5 часа спутник делает 1 полный оборот вокруг Земли. Сейчас он летит над Москвой. 10 минут он пересечет Индию. А еще через 25 минут его увидят в далекой Антарктике, на другой стороне земного шара. В разных точках Земли ведутся наблюдения за спутником. Его прохождение отмечается хронографами, наносится на карты. Из-за вращения Земли спутник каждый следующий оборот совершает над новыми участками земной поверхности, давая ученым большое количество ценнейших научных сведений. Циолковский говорил: «Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль». Блестящее осуществление идей Циолковского началось. Заглянем в будущее. Скоро наступит час, которого ждали столетия. Час первого вылета человека в межпланетное пространство. Эти трое полетят первыми. Космический корабль — результат труда десятков тысяч людей, сотен предприятий, многих академий, институтов, конструкторских бюро, лабораторий. Каждый из провожающих посылает сегодня в космос в этом корабле свой винтик. Осторожно и осмотрительно вступает человек в неведомый мир. Первый полет — это пробный полет. Сегодня космонавты проведут в космосе всего несколько часов, летая вокруг Земли. Надо проверить, как будет чувствовать себя человек в космическом полете. Надо проверить работу всех механизмов и приборов. Сигнал.
товарищи, начинаем! До старта осталось 5 минут. Человек завершил свое дело. Теперь автоматы сделают остальное. Автомат включит двигатели. Автоматы будут первое время управлять кораблем в полете. До старта осталась 1 минута. Старт! Корабль набирает скорость. Ускорение создает перегрузку. Космонавт ощущает растущее увеличение своего веса. Свинцовая тяжесть прижала их к лежанкам, лишила подвижности. Преодолевая сопротивление атмосферы, корабль летит уже вдвое быстрее артиллерийского снаряда. Кончилось горючее в первой ступени корабля. Управляемая по радио, она вернется на землю. Автоматически работает рули корабля, постепенно переводя его на заданную орбиту. Скорость продолжает нарастать. 6 километров в секунду. Тяжело. Точно земля напрягла все свои силы, чтобы вернуть убегающих пленников. Отделилась вторая ступень. Корабль по инерции летит все выше, приближаясь к заданной высоте. Третий раз включаются двигатели. Скорость доводится до круговой. Двигатель смолк. Начался свободный полет. Корабль стал небесным телом. Он мчится теперь вокруг Земли, в безвоздушном пространстве, на высоте более 1000 километров. Но что это? Человек летает? Ну, конечно, ведь тяжесть исчезла. Что же произошло? Отчего наступила невесомость? Мы привыкли видеть, что человек, подпрыгнув, падает на пол благодаря притяжению Земли. Но если одновременно с человеком начнет падать и кабина, человек не сможет догнать пол. Он останется висеть в воздухе, станет невесомым. Именно это и произошло в корабле. После выключения двигателей он становится свободно падающим телом вместе с находящимися в нем космонавтами. Обладая огромной скоростью, он все время как бы падает мимо Земли, затрачивая около 2 часов на 1 оборот вокруг планеты. Трудно, попав первый раз в условия невесомости, усидеть на месте. Многие думают, что невесомость наступает только при значительном удалении от Земли. Это неверно. Состояние невесомости испытывают и летчики в пикирующем самолете, и парашютисты при затяжном прыжке. Правда, невесомость в этих случаях продолжается очень недолго.
космосе началась будничная работа. Ведутся наблюдения, держится связь с Землей. Алло, Земля. Отвечаю. Локатор дал высоту. Над Австралией 1200, над Европой 1300. Эллипс соответствует расчетному. Самочувствие хорошее. Проходим экватор. Солнце перегрело правый борт. Повернемся. Как метеориты? Мелкие идут все время. Замечательно видны границы облачности. Вот откуда погода предсказывать. Сейчас зайдем в тень Земли. Пора испытывать скафандр. Не страшно? Помоги одеться. И вот человек впервые выходит в космос. В своем герметическом костюме он взял с собой в эту страшную бездну кусочек привычного земного климата. Пустота, ни малейших следов атмосферы, и поэтому тишина, полное вечное безмолвие. А сколько опасностей подстерегает здесь отважных космонавтов, рискнувших вылезти из-под укрытия земной атмосферы. Ничем не ослабленные потоки космических лучей пронизывают тело человека. Не поплатятся ли жизнью бесстрашные путешественники? Метеориты, мельчайшие небесные камни носятся в пустоте. Любой из них, как пуля, может насквозь пронзить тело человека, остановить его сердце. Земля помнит о своих сынах. Не прекращается связь с космонавтами. Регулярно передаются радиограммы с корабля. С наступлением темноты его ловят тысячи глаз. Мчится по небу крохотная звездочка, и на ней летит папа. Первое возвращение из первого полета. Слегка затормозив свое движение, корабль начинает падать. В атмосферу надо погружаться постепенно, чтобы не сгореть, как метеорит. Корабль спускается по спирали. Только снизив скорость корабля до скорости самолета, можно идти на посадку.
Очередной этап завоевания космоса окончился благополучно. Можно переходить к следующему. И вот уже десятки кораблей отправляются в межпланетное пространство. Они доставят в космос материал и людей для постройки там, в пустоте, постоянной внеземной станции. Одновременно готовится полет вокруг Луны разведочной ракеты-автомата. Вместо людей в головную часть этой ракеты помещаются телевизионные передатчики. Автоматически действующие киносъемочные аппараты. Фотоаппаратура, снабженная различной оптикой. Далеко в межпланетном пространстве идет строительство внеземной станции. Грузовые корабли доставили сюда, на орбиту, строительный материал. Предметы ничего не весят, но их масса, инерция осталась. Перемещать детали по стройпространству можно только силой отдачи специальных ракетных двигателей. Сварка идет солнечными лучами. Они здесь всегда в избытке. Целые бригады монтажников-пустолазов трудятся в космосе. А на далекой родной Земле миллионы друзей жадно ловят каждое сообщение с этой героической стройки. Тем временем ракета-автомат уже летит над поверхностью Луны. Сидя у себя дома на Земле, мы видим горы, которые находятся там, за 380 тысяч километров от нас. Камни, на которые скоро ступит нога человека. Окончено строительство внеземной станции. Огромное сооружение, насыщенное сложнейшей техникой, питаемое атомной энергией, мчится вокруг Земли с круговой скоростью. Здесь эта ужасающая скорость незаметна. Нет ни воздуха, который свистел бы в ушах, ни толчков, ни проносящихся мимо встречных предметов. Внешняя часть станции вращается, чтобы за счет центробежной силы создать ощущение тяжести и улучшить самочувствие людей. Познакомимся со станцией поближе. Кольцо разделено на отсеки герметическими дверями на случай пробоя метеоритом и утечки воздуха, ведь за стенами пустота. Станция ведет огромную работу. Здесь царство метеорологов. Наблюдая Землю со стороны, они видят облачный покров всего земного шара. Дежурство круглосуточное. Алло, в Тихом океане возник большой тайфун. Движется на северо-запад. Срочно предупредите японских рыбаков. Координаты тайфуна сейчас 26 градусов северной широты. На внеземной станции ведется большая работа по обслуживанию родной планеты. Здесь следят за передвижением льдов в арктических морях, за деятельностью Солнца, ретранслируют телевизионные передачи.
Несколько десятков человек работают на станции. Здесь их жилые помещения. Человек быстро осваивается с новыми условиями жизни. И сюда, в черную бездну, принес он частицу своего привычного земного уюта. Конечно, хочется домой, но здесь сделано все, чтобы оторванность от земли чувствовалась меньше. Необычные условия на станции дают возможность биологам проводить интересные эксперименты. В этом отсеке установите климат номер 5 и 8-часовые сутки. А на ваш гибрид попробуйте солнце совсем не закрывать. Мечта физиков – лаборатория в космосе. Ваша работа по космическим лучам сделает переворот. Увидите. А теперь вот что. Попросите поскорее испытать мою новую пластмассу в условиях самых низких температур. Хорошо, мы получили ее только сегодняшним кораблем. На станции работают филиалы самых различных земных институтов. Астрономическая обсерватория. Веками между пытливым глазом астронома и Вселенной стояла мутная атмосфера. А теперь... Вы знаете, я здесь словно грязные очки снял. Смотрите. Две фотографии Марса, снятые одинаковыми телескопами. Но это с Земли, сквозь атмосферу, а это отсюда. Какая четкость, а? Да. Внеземная станция не только исследовательский институт. На ней ведется подготовка к отлету на Луну первого корабля с людьми. Он странной формы. Но ведь путь его отсюда до Луны пролегает в безвоздушном пространстве, и обтекаемая форма ему не нужна. Надо только экономно и удобно связать между собой кабину, баки с горючим, двигатели, шасси. Скоро старт. До старта осталось 5 минут. Давно ли мы провожали первых космонавтов в полет сюда, на эту круговую орбиту, тогда еще не обжитую? А сейчас отсюда человек делает следующий шаг. Летит на Луну. Фантазия ученых и художников всегда идет впереди действительности. Первые люди еще только летят на Луну, а мечты отважных завоевателей космоса уже далеко обогнали их корабль. Освоенная Луна. Герметические города. Обсерватории. Добыча полезных ископаемых. Ведь там, на Луне, можно будет даже изготовлять топливо для кораблей. Луна станет плацдармом для завоевания всей Солнечной системы. На далеких небесных телах мы найдем ответы на тысячи вопросов, волнующих нас на Земле. Таинственный Марс расширит наши познания о приспособляемости всего живого. Закутанная облаками Венера раскроет нам тайну возникновения жизни. Чудесные кольца Сатурна расскажут о рождении и смерти планет.
пока это мечты, но и они, безусловно, станут реальностью. Идет своим чередом жизнь на космическом острове, и первые люди летят на Луну. В самый сильный телескоп с Земли с трудом можно следить за их кораблем. Неутолимая жажда знаний ведет их в этот спящий мир. Все мертво, ни голубого неба, ни полутеней, ни жизни, ни звуков. Безмолвный мир. Он спал мертвым сном миллиарды лет. Теперь придется проснуться. Пришел человек.